Уровень безработицы на Кубани достиг исторического минимума. Показатель составил всего 1,5%. Сейчас в регионе открыто почти 80 тысяч вакансий. Работу ищет только 13 тысяч человек. Ситуацию на рынке труда и меры соцподдержки обсудили на краевом совещании. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев. Из анапской студии в заседании принял участие мэр курорта Василий Швец. Как подчеркнул глава региона, необходимы точные прогнозы развития экономики. Сейчас востребованы профессии, которым обучают в среднеспециальных образованиях. Учреждениях, агрономы, строители, специалисты сферы туризма и гостеприимства, товароведы. Мы должны готовить специалистов по востребованным направлениям, в целом всех отраслей нашей экономики, а не потому, что мы готовили их 30 лет назад, 20 лет назад, и как сейчас, так и продолжаем выпускать специалистов уже, когда они заканчивают колледж, либо техникум. Здесь вот, Сергей Петрович, у вас же есть пара забивки, то есть сколько у нас в рамках каких отраслей востребовано специалистов и какие вакансии есть. Семилетний прогноз, в котором участвует большее количество работодателей края. И этот прогноз мы предоставляем и в отрасли экономики, и в систему образования. Вот система образования здесь самое важное, потому что мы не говорим про высшую школу, мы говорим про среднее специальное образование. Про среднее специальное. И вот среднее специальное образование, оно должно очень быстро реагировать на спрос, еще раз подчеркиваю, работодателей. А не продолжать выпускать тех специалистов, которые, наверное, не востребованы только потому, что жизнь же не стоит на месте. А у нас как были эти специальности в колледжах и техникумах в 30 лет назад, 20 лет, так они продолжают быть. Но так не бывает. Мы должны максимально реагировать на спрос, еще раз подчеркиваю, бизнеса, на спрос предприятий в рамках тех специальностей, которые нужны.